Здравия желаю. Значит, сегодня продолжал опыты по БТГ без топливного генератора. В общем, удалось добавить где-то до 130 вольт выход. А надо бы еще добавить. Ну, в общем, не получилось, так как нету выпрямителей одинаковых, а так разные соединяешь, они гасят друг друга. Где-то 130-135 получилось вольт выход. Вчера было где-то 90. Да, вчера 90 было. Так. И провел, значит, опять замеры. Значит. Первый замер, значит. По счетчику. Показала. Значит. Сейчас покажу. Первый замер. Ну, та же схема, это вы видели. Кто не видел, можете посмотреть. На первом ролике. Значит. Проба сети также. Чтобы это все определить. Значит, определим сети. Выработаем, чтобы было, как говорится, уже более-менее нормально. А потом придется закупать батареи или ионисторы. Вот, потому что от сети получится все равно трата идет, как ни крути. Ты в сеть-то назад не отдашь его. Вот, счетчик будет скручивать. То есть надо через батарею или через ионисторы запускать-то все. Значит, что? Так, за реле на 0,1 секунды. Значит, вышло так. 305. Вот оно. 305. По счетчику снимал. Значит, 6 лампочек, как и вчера. 6 лампочек. 305 ватт. Замерил, потом лампочки отсоединил. Провод лампочки вот на полу. Он шнур отсоединил там у меня, как говорится, специально изоляцию снял, чтобы замерять. И померил эти лампочки. Померил эти лампочки, значит. Оказалось, значит, 162 ватта они берут. 6 лампочек. Теперь от 305 вычел 162 и нашел, сколько потребляет мотор. 143 ватта. Значит, и как вчера, первый так. 143 плюс 162, 305. Здесь вот, значит, контакты нормально закрытые. Закрылся. То есть работал. Дальше контакт разомкнулся здесь. Разомкнулся. То есть отсюда питание не идет. Здесь вот контакт, питание не идет. Здесь все. Вот поставил крестик. Второй такт. Значит, здесь 0. А здесь продолжение напряжения так и не падало. Сколько оно было, сейчас скажу вам. 90. 90 вольт выход был. То есть то же самое 162. Видите? Первый так, значит, 143 плюс 162, 305. Второй так, здесь 0. Так как здесь закрыто. Вот закрыто. А здесь продолжалось так же, значит, выход 90 ватт. Так как разрыв на 0,1 секунду и инерция успевает. То есть ток не гасится за 0,1 секунду. Напряжение не это самое. Напряжение и мощность не уменьшается. И получилось, значит, что у меня сегодня. 162 плюс 162. 324 ватта. 324 ватта. Это выход. Ну а вход, вот он. 305. Итого, значит, сегодня всего 19 ватт. То есть
Лучше, но это мало. 19 ватт, это 100 можно запитать только. Ну, лампочку светодиодную. Сейчас вот на 10 вот. Вот у меня стоит на 10, ярко светит. И еще там заряжать, допустим. Заряжать телефоны, то есть это мало. А продолжать увеличивать скорость, то есть. Будем продолжать, то есть еще выйдет ролик еще. Все-таки мне завтра еще поковыряюсь. Может, удастся все-таки поставить напряжение постоянно у меня. Переменного-то нет, проблем мне поставить. Подключил он шнур. Но у меня реле на постоянный ток. А на переменный, чтобы поставить 0,1 секунду, десятую, это надо опять в Китае заказывать. Здесь нету. Здесь вот реле продаются, там минуты. Вот. Ну, секунды, но десятых нету. То есть надо заказывать специально. Или может где-то доставать. Может где-то кто-то знает, где-то можно снять. Я не видел такого. Ну, в общем, на переменный пока не будет, значит, будем на этот. На... То есть, видите, увеличение пошло, значит, где-то на 20 вольт. А увеличилось было вчера 3 ватта выход. То есть чистой энергии. Сегодня 19, то есть 6 раз. То есть оно не пропорционально увеличится. В геометрии чем больше скорость, если это подать 200, то уже будет совсем другое. Но я знаю, что если подать 230, будет 600 на выходе. Это я мерил, около 600. Это я мерил. А с этим, с реле, возможно, чуть меньше. Но все равно должно хотя бы 100-200 ватт должно на выходе быть. Посмотрим.